В Армении продолжаются ежедневные протесты оппозиции. Можно наблюдать, что в обществе происходит сильный раскол, что вызван накоплением множества внутренних противоречий, которые перетекают в оскорбления и рукоприкладство между гражданами и представителями власти. Так, один из участников акции протеста обратился к депутату правящего блока «Мой шаг» Овику Агазаряну, назвав Пашиняна предателем и что все его последователи – враги Армении. Далее все переросло во взаимное оскорбление и попытки рукоприкладства. Ավաճան, ոչինչ չարտարտ։ Ո՞ս։ Ներիշխանության պատերը դեն, դա գոտի մակարդակի չբարձրացավ։ Պատգամավոր են կոչվում, մարդուլը։